Хотите узнать, как снять и почистить блок лазера принтера HP 1215? Тогда подписывайтесь на канал, смотрите видео. А если понравится, то можете помочь развитию канала. Ссылки в описании. Итак, всем приятного просмотра. Приветствую вас, друзья. Сегодня я покажу, как снять блок лазера на принтере HP 1215. Вынимаем лоток. Также вынимаем все картриджи. Так будет легче его переворачивать. Теперь опрокидываем принтер на бок, чтобы снять боковую стенку. Откручиваем винт. Переворачиваем на другой блок. Здесь также откручиваем винт. Теперь подцепляем боковую стенку и снимаем ее. Точно так же поступаем со второй стенкой. Теперь открываем заднюю крышку, снимаем заднюю планку. И также подцепляем плоской отверткой, отжимаем зацепы и снимаем верхнюю крышку, планку. Теперь, чтобы снять верхнюю крышку, сначала надо снять панель управления. Надо открутить винт и отсоединить шлейф. Снимаем панель управления. Под ней есть винт, который держит верхнюю крышку. Снимаем верхнюю крышку. Отсоединяем шлейф и фиолетовый провод. Убираем провода из направляющих.
Теперь откручиваем два винта. И откидываем металлическую планку. Откручиваем еще два винта. Снимаем поперечную планку. Перед тем, как снять эту пружинку, посмотрите, как она стоит, и запомните. Это пружинка шторки лазера. Теперь снимаем зажимы, которые держат лазер. Два спереди. Так они выглядят. И еще один сзади. После этого блок лазера легко вынимается. Не забудьте отсоединить шлейф. Его можно отсоединить от лазера, можно от платы. В следующем видео я покажу, как почистить лазер. Обязательно подписывайтесь и смотрите продолжение.